Согласно распоряжению администрации от 7 декабря о создании комиссии по контролю эксплуатации газово-отопительных приборов, был осуществлен рейд сотрудниками МЧС России по городу Хасавюрт совместно с работниками газовых служб с целью разъяснения населению инструкции о правильной эксплуатации газово-отопительных приборов, чтобы не допустить отравления угарным газом, а также контроль за установленными газовыми приборами. Специалист по связям со СМИ Асият Рабаданова рассказала о ходе работ, подчеркнув о необходимости проведения данных мероприятий. Осуществили первый рейд по улице Речной переулок, дом 1. Цель этих рейдов – разъяснение населению о том, как нужно правильно пользоваться газовыми отопительными приборами, как не допустить отравления угарным газом и контроль за установленными газовыми приборами. В состав комиссии входит газовая служба, которая осуществляет непосредственный контроль. Также другие службы, которые по своей линии осуществляют контроль и воздействие на нарушителей. Также у нас будут проводиться повторные проверки по выявленным нарушениям, по факту их устранения. Необходимость этих рейдов заключается в том, что мы разъясняем населению о том, как правильно пользоваться бытовыми газовыми приборами. Очень много случаев неправильной эксплуатации газовых приборов, которые приводят к отравлениям угарным газом. На сегодняшний день с начала отопительного сезона зарегистрировано более 20 случаев отравления угарным газом. К счастью, не было еще ни одного летального исхода. Но, как говорится, зима не за горами, еще отопительный сезон не закончился, и в наших интересах не допустить ни одного случая с летальным исходом. Мастер участка газовой службы «Газпром Дагестан» Эдди Каврасул поведал о нарушениях, найденных в ходе мероприятия. Были выявлены нарушения установленных газовых колонки в ванных комнатах, что запрещается по закону для безопасности самих жильцов. Для безопасности жильцов вытяжка должна быть установлена на балконе, вытяжка должна выходить наружу более 1 метра, чтобы не было угара дома. Очень много нарушений в этом доме. Есть шланговые соединения, которые запрещаются более 70 сантиметров. Год-два раза желательно обслуживать газовые колонки. Почему? Потому что они опасны, да, при использовании. Поэтому надо обслуживать их, вызывать службу ЭГС, чтобы смотрели слесаря полностью, обслуживали колонки. По окончанию рейда комиссией по контролю газово-отопительных приборов была проведена профилактическая беседа с жильцами многоэтажных домов, нарушивших правила эксплуатации. Курбан Гериханов, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».